большой прекрасный холст от гор и до лесов он, и от земли до самых звезд он кем-то нарисован. И наш земной прекрасный шар, земной прекрасный шар, работа чьей-то кисточки и карандаша, работа чьей-то кисточки и карандаша. 9 вал — одно из самых прекрасных произведений Ивана Айвазовского. Сюжетом для этой картины послужило распространенное поверье среди моряков о девятой губительной штормовой волне. Я ему поставлю оценочку 4. Все-таки он немножечко запинался. Ты не будешь запинаться прямо. Это был просто заученный текст, который он не доучил. Я тоже думаю, что текст был заучен и до конца прочел. Но он все-таки старался. Я бы поставила оценку просто 4. Мне кажется, что он очень растерялся. Наши вам с кисточкой. В 1849 году появляется первый русский перевод «Одиссея» Гомера. Главный герой проходит испытание стихией, и читающая Россия цитирует греческого поэта. Он же, сопутников верных своих потеряв, напоследок, схваченный бурей, сюда был волнами великими брошен. А годом позже появляется живописный портрет морской трагедии «Девятый вал» Айвазовского. С этого момента Россия обречена видеть поединок человека и стихии глазами этого художника. По сути, он, художник армянского происхождения, открыл миру русское море. Итак, у нас сегодня есть возможность поговорить о одном из самых великих художников 19 века, Иване Константиновиче Айвазовском. Вообще, как его творчество называется? Маринизм. Он писал пейзаж. Марины. То есть это, конечно, пейзаж морской всегда, пейзаж. Морской пейзаж, но он художник-маринист. Ну, а сейчас мы с вами поговорим о самом сюжете картины, о том, как развивалось само действие. Что произошло с кораблем? Ну, плавал, попал в шторм. Да, оторвалась мачта, люди на ней спаслись. А вот мне кажется, что, наверное, налетела очень сильная волна, и так, что она сбила просто вот пол корабля, вот снесло просто с этой мачтой. А дальше что произошло? Дальше упала мачта, и моряки от страха бросились на мачту. Нет, скорее всего, люди начали пытаться как-то спасаться, но мы видим, кто остался в последний момент вот на мачте. Кто-то пытается кому-то помочь. Спасает. Скрепленный кто-то друг с надеждой кидается вот с надеждой, что, может быть, кто-то увидит. Последнее испытание перед спасением. Несколько измученных стихией людей на утлом плоту. Уже восходит солнце, и кажется, спасение возможно, но именно тут появляется он. Тот самый девятый вал, символ нечеловеческого преодоления. Дерзнет ли смертный и устоит ли он перед таким ударом судьбы, перед сокрушительным девятым валом? Художник оставляет ему эту возможность, а в нас вселяет надежду. Художник ведь, он пишет картины не просто так, он же должен что-то пережить. Да, понравилось море. Да. Понравилось море, ему не просто понравилось, он родился на море. Феодосий. Совершенно верно. Он родился в Феодосии, в очень такой небольшом домике. Очень скромная семья, довольно бедная семья. И его увидели. Его увидели, когда он рисовал на доме солдата. Он взял во всей амуниции и нарисовал солдата. Заметили. И подарили краски, кисти. Ну, как вам родители дарят краски, кисти. Когда видят, что мы на когда видят, что вы хотите чего-то. Именно этот нарисованный на стене солдат и помог Ивану Константиновичу Айвазовскому стать художником. Сам градоначальник Казначеев в пролетке не проехал мимо рисунка и не выбронил полицейского за попустительство хулигану, а разыскал автора, подарил ему ящик с акварельными красками и разрешил брать уроки рисования вместе со своими детьми. А в 1833 году помог поступить в Академию художеств. Для того, чтобы написать такую картину, нужно что-то пережить, правда?
Он попадает в шторм невероятной силы в Бискайском заливе. И так что во Франции, в Париже, появляется заметка в газете, что молодой знаменитый художник Иван Константинович Айвазовский погиб. К счастью, этого не случилось. Айвазовский, он любил море, он любил воду. И он эту воду так передал, что стоя рядом с его картиной, можно подумать, что ты чувствуешь ветерок легкий, бриз. Или слышишь бурю, чувствуешь порывы штурмового ветра. Он очень живо передавал эту воду. Он рисовал море, но уходил сначала к морю, запоминал, и потом в сарае не было. То есть он писал свои картины в мастерской? Да, но не с моря. Окна мастерской Айвазовского были обращены не к морю, а во двор. Чтобы не отвлекаться, беречь в памяти образ, над которым он работал. Стены же мастерской были окрашены в темно-красный цвет, вопреки обычаю красить их нейтральные тона. Именно на таком необычном фоне художник более остро различал отношения сближенных тонов. А как вы думаете, как долго писал эту картину? Ну, год, два года. Да, но год он чисто картина, а вот эскизы... Год, 3 месяца и 4 дня, мне кажется. Ну вот я вас удивлю. Он эту картину, и он вообще свои картины писал невероятно быстро. Он обладал... За меньше года? Ничего подобного, он написал ее где-то за 7 дней. За 7 дней? Да, совершенно верно. Он вообще писал картины за день, за 2, за 3. Небо он всегда писал за один присест. Это тоже было очень много работы. Он написал 6000 картин. Можно его занести в книгу Гиннесса. Это вообще совершенно уникальный был человек на этом белом свете. Писать быстро помогала также и легендарная способность мастера работать алла прима, непосредственно сразу на холсте или картоне, без предварительного рисунка или эскиза. Алла прима по-итальянски так и обозначает «с первого раза». Кроме того, Айвазовский любил поражать публику шедеврами из ничего. На глазах у зрителей ученики выписывали разводы на ватманской бумаге, а затем несколькими мазками кистью мастер превращал абстрактные акварели в эффектные морские зарисовки. Айвазовский писал от вот таких маленьких картин до гигантских картин по 7 метров. И при этом, если посмотреть на эту картину, то даже если бы мы ее уменьшили хоть до такого размера, и даже если бы увеличить, если мы вот она не потерялась. Совершенно верно. Это говорит о том, что он очень компонует хорошо картину. А если бы мы... Очень крепко компонует ее, так что она в любых масштабах смотрится, и у него очень сильный отбор. То есть он героев своей картины отбирает. А ведь в этой картине герои — это волны, разные волны. Ну, это небо, это облака на небе, это солнце. Это все герои картины. Он их компонует, он находит связь между ними. Композиция — это не только расположение предметов и фигур на холсте. Сравним, например, картины Айвазовского «Девятый вал» и «Волна». В «Волне» мы смотрим на море снизу вверх, ощущая себя маленькими и слабыми перед разбушевавшейся стихией. А «Девятый вал» напротив, рассматриваем сверху вниз, и поэтому волны не кажутся устрашающе огромными. Поэтому композиция – это еще и изображаемый ракурс. А линия горизонта? В «Волне» она практически не читается. Здесь все смешалось в единую страшную неумолимую стихию. Неба практически нет. На холсте главенствуют гигантские волны. А в «Девятом вале» наоборот. Небо занимает большую часть полотна, что также способствует усмирению морской стихии. А вот в картине «Девятый вал» мы больше видим же море, чем от человека. А человек он уходит на задний план. Когда мы видим вот эту волну, освещенную изнутри, как бы, она светится, она переливается. И Айвазовский, он хочет показать нам красоту волны, а не бедствие людей. Айвазовский, он мыслил очень масштабно, и у него человек занимает то место, которое он занимает в стихии. А в стихии да. Человек занимает очень небольшое место, он очень раним и хрупок. Точнее, человек почти изображен человек, как муравей. И человек почти не могут противостоять. Но все-таки вот мы же все живы, да. Вокруг нас тоже стихии. Мы не можем противостоять природе. Но мы должны с ней взаимодействовать, да. Правда? Мы должны не то, что, но мы должны ее уважать, потому что, да, совершенно верно. Потому что она нас создала. Айвазовский на протяжении всей своей жизни старался улучшить жизнь и быт родной Феодосии. Его хлопотами и с помощью его денег в городе был проложен водопровод.
Его настойчивости Феодосия обязана сооружением торгового порта и железной дороги. Наконец, в 1880 году открылась Феодосийская картинная галерея, здание для которой построили опять же на деньги художника. Поговорим, какими средствами пользуется художник. А художник пользуется? Красками. Кистями. Это мы же... О, совершенно верно. Фантазия. Это я хочу значит, память ее. Смотрите, красками, фантазией, памятью. Фактурой, цветом, да? Вот Айвазовский умел это все соединить воедино. А вот скажите, вот красное, почему появляется в этом холсте красное? Потому что это цвет надежды. Как нет, это цвет опасности. Как жизнь эмоций. Вот к этому, к воде, к холодным цветам, а здесь вы видите холодные цвета в воде и горячие цвета на небе. Он вводит красный цвет, самый горячий цвет. Он как бы зажигает все это. Картина еще больше захватывает. И картина еще становится ярче, интереснее, разнообразнее. А какие краски в основном он использует? Розовые. И теплые, и холодные. Это такой своеобразный коктейль, который понимает почувствовать контрасты. Да. Совершенно верно. То есть один цвет зажигает другой. Да, да. Вот Айвазовский, его колоссальный заход. До него пейзаж писали все-таки не так цветно. Воду вы нигде не увидите, что он пишет одним цветом. Здесь и синие, и зеленые, и фиолетовые, и розовые. Море постоянно изменяет цвет. Море, а почему оно изменяет? Под влиянием погоды. Оно живое. Да. Оно живое. А еще оно как зеркало. Оно отражает небо. Оно меняет. Оно небо отражает. И если серая погода, то и в воде серая появляется. Если погода солнечная, то и в воде появляются желтые. Как-то Айвазовский был в гостях у художника Куинджи. И тот попросил знаменитого мариниста показать, как надо писать море. Иван Константинович взял необходимые 4 или 5 красок, осмотрел кисти, потрогал холст и мгновенно написал морской шторм, качающийся на волнах корабль, причем ловко движением кисти дал ему полную оснастку. Картина готова и подписана. Меньше чем 2 часа назад был чистый холст, теперь на нем бушевало море. Море, волны которого однажды смыли принадлежащую художнику отару овец. Не растерявшись, Айвазовский быстро написал картину, мгновенно ее продал и купил себе новую отару. Каждый должен иметь свою индивидуальность, чтобы жить так же, как Айвазовский, с природой вместе, так, чтобы восхищаться каждым моментом. Ведь мы часто проходим мимо того, что художник или поэт могли бы воспеть так, что... просто мы бы не узнали то место. То есть, когда мы общаемся с искусством, мы становимся сами богаче. Мы как бы, художник оставляет о себе память, оставляет свои мысли, чувства, переживания, и они, да-да, и мы смотрим на них и становимся богаче, интереснее, и наша жизнь становится ярче. А еще очень интересно, что вот на мачте Айвазовский написал свою фамилию не как все, художники в углу где-нибудь, а вот именно на мачте, вот там красными буквами Айвазовский и год. Да, это замечательно. То есть не с буквы подписался, на мачте. Он как бы себя ввел в эту картину. Да, он сам участвует. Слава Айвазовского была так велика, что в 1846 году, когда отмечалось всего лишь десятилетие его творческой деятельности, в Феодосию пришла его чествовать вся черноморская эскадра. А ведь тогда художнику было еще только 29 лет. Согласно воле художника, после его смерти в 1900 году тело его погребли в Феодосии, во дворе церкви, где он был крещен и где венчался. Надгробная надпись, высеченная по-древнеармянски, гласит: «Родился смертным, оставил по себе бессмертную память». Вот темное небо. Дальше мы видим волну. Дальше мы видим людей. Дальше мы видим свет и там, где волна стихает. И кажется, возможно, здесь видно, что они спаслись. Шар, земной прекрасный шар, работа чьи-то кисти.
кисточки и карандаша. Работочки, да кисточки и карандаша.